И снова у нас попытка залезть в маленькую реку и лечь. Снега уже так не намело. По старым следам мы пробьемся по-любому. Вперед! Добрались мы на место. Но сегодня было тяжелее. Сегодня тепло. Вода вышла на лед. Местами приходилось буксовать. Колеса спустил прям до некуда. Колеса очень мягкие сделал. Вот она первая. Совсем неплохо. Так, кто у нас такой? Кунишка, что ли? Что-то ударил. Ох, нет. Нет. Неплохо для начала-то. Не знаю, конечно, как дальше пойдет. Но пока прям нравится. Не, ёрш, блин. Ох, какой поросёночек. Таких ёршиков. Ёрш? Да, хороший ёршик. Жирненький. Довольно-таки упитанный. Одна. Чуть поднимаю, чуть спускаю. Кто-то. Ой, ёршик. Ну, на уху точно наберу. Ёрш, кабан такой. Толстый ёрш.
Это я так ткнул. О. Вот она. Красотка. Вот план был сегодня поймать штук 5 окуней, поставить жерлички. В прошлый раз вот эта мелочевка клевала только так. А сегодня клюет только толстый ёрш и 3 сорожки поймал. Пока только один окунь. Буду ждать. Может, еще попадется. Сижу я часика полтора уже. 3 окушка попалось, я 3 жерлица туда воткнул. Ну, вот так пока. Есть даже хорошие фронтовые ёршики. Неплохие полотовичечки. И пару густерок. А, во, еще мелкая. Ну, окунь прям. Ой, окунь. Ёрш. Есть прям хороший. Мормышка блестящая. 2 мотылька. А из 3 жерличек-то у меня 1 сработала. Как это неудивительно. Даже крутит. Вот это интересно. Сейчас проверим, кто здесь живет. Ах ты! Срезала. Вот зараза. Была. Крючок отхренячила. Коза. Очень жалко. С вот этой новой луночки я уже достал 12 ершей. Что ты? Сегодня такой ершовый день. Окуней нет. О. Четыре жерлица всего удалось поставить. Вот они сопливые. Но уха из них идеальная. Слушай, залез я 4 метра глубины.
тень ерша, блин. Снегоход жужжит. О. Люди носятся хоть, блин, че. В прошлый раз вообще тишина, никого не было. Ёрш. Рыбы нет. Один ёрш. Снег пошел мощный. Надо бы рыбку-то собрать. То, что я здесь такая ершиная лунка попалась. Накидал он сразу. Десятка два. Двадцать семь ершей. О, закрыл даже сорожек всех. Но поклевывает. Без ветра. Красота. Время уже 12. Вот так луночки меняешь. Нет, поклевывает. Вот два живца барахтаются. А тут ёршки. Кунишка. Густёрочки. Но в основном вот ёрш. Нормальный такой ёрш. Не скучно? Все равно поклевывает. Ну что ж, время уже к часу. Какой-то голубой окунь попался. Будем собираться. Вот так вот немножко сегодня развлекался. Килограмма 3, наверное, набрал пакетика с такими плавными развлекухами. Ой. Вот такая вот рыбка сегодня была. На этом будем закругляться. Жерлички сниму. Заводим эту бешеную, опять же, табуретку. И а-ля по шпалам домой, километров 5, мотаем. Все, пока. Табурет прогрет. Едем домой. Прямо туда. Всем пока. До новых встреч. Порыбачим еще, может, на днях. Не знаю, как сейчас с погодой будет.